Да нет, вы что? Смеетесь, что ли? Зачем мы смеемся так? Да ничего нету. Да нет, что вы, ничего нет. Свет вырубили, взяли тоже у нас. Да как так, я не знаю. А какой подруги, дайте телефон. 54-71. Телефон подруги. Так, подруги. 8-952-734. Ой, царев живой. Вы не сняли? Сняли. Выходи, замерз, бедолага! Да не твою мать! Жарко! Какой жарко! Ладно! Я ничего, я не сопротивляюсь тебе! Да нет, он ничего! Жесть! Спасибо вам! Сейчас даже протокол однозначно будет! Да я не сопротивляюсь тебе! Да он не будет сопротивляться, он никогда в милиции ничего не делает! Нормальный ход! Эдуард Владимирович, на вас вынесено постановление о принудительном приводе в суд по причине вашей неявки. Судья Елена Михайловна Иванова. Пройдите сюда, пожалуйста. Да. Присаживайся. Офигеть. Где не знаете его. Почему он тогда так прятается в холодильнике? Да потому что с похмелья я, вот и все. Нормальный ход с похмелья. А мы здесь, для чего здесь? Убийц, вот, наверное, так не поймаете. Давайте. Знаете, мы захотим и поймаем. Даришь мне розу букет, я говорю привет, привет, Андрей.